Всем привет, любители видеоигр, с вами снова я, Рут, и мы продолжаем играть в игру под названием Dead Space. И остановились мы на том, то, что Кендра послала нас искать какой-то химикат для уничтожения либо существа, либо микроорганизма, который отравляет воздух. Давайте же продолжим. Это нелегкое дело. Айзек натерпелся у нас очень многого. И сейчас мы заходим в клинику Ишимура. Опять знакомая нам всем до боли клиника. А где нас тут, в принципе... Кто здесь ходит? Алло, блин, кто там бегает? Это явно не человек. Опять ученый. Смотрите-ка. Опять, что ему надо от нас? Твое упрямство меня поражает. Ты что делаешь? Держась за каждый вздох, ты ползешь вперед. Ты пытаешься удержать то, что было твоим миром. Но теперь он принадлежит детям. Найди радость в осознании того, что твоя смерть даст им жизнь. Да пошел ты нахрен, какая жизнь, алло. Послушай. А что ты сам не сдохнешь? Слышишь? Слышу. Она уже близко. Да иди ты в баню. Молись. А вот почему его они не убивают? Мне это очень интересно. Так, молись, и он ушел. А дверь-то кто откроет? Ёкарный бабай. Так, я не хочу молиться. Вот, открыли нам дверь. Замечательно. Так, тут у нас по-прежнему трупаки, очень сексуальные ноги и... Ёлки-палки, пошел нахрен! Так, стазис не отбили, мы к херам ноги все. Все, до свидания. Блин, нам отсюда не выбрать, да? Ой-ой-ой, вот это засада. Ёлки-палки. Ай-яй-яй, мне это не нравится. Мне это совершенно не нравится. Так-так-так. Пилим-ка ему пару конечностей. Я думаю, ему педикюр не помешает. Кто еще? Кто еще? Ты. Ну-ка, ложись. Так. Так, ноги ему отпилим опять. Отлично, ноги отпилили. Я думаю, теперь это не беда. Так, 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 блин, зараза, он нас достал. Опа, дети, дети, привет. Да достань ты что-нибудь уже. Так, у меня патрон закончился. Отойдите по... Охренеть! Ты чё, у тебя птички нет? Я сейчас сдох. Дорогие друзья, всем пока. Так, так, так. Да почему ты? Боже мой. Что-то с чем-то. Это какая-то жесть. Просто дальше, как говорили, мне будет хардкор. И надо было им поверить. Это какой-то кошмар. Есть какие-нибудь бомбы там? Не знаю. Давайте-ка посмотрим на наш инвентарь, потому что что-то не особо-то много у нас. Ни аптечек даже, ничего нету. Подготовился, называется. Пойти сюда. Так, здесь что-нибудь есть? Интересное, нету ничего. Канебуянти. Fuck this ship. А к черту этот корабль написано. Так, здесь мы, ладно. Здесь мы так. Опа, это нам понадобится, плазменные все эти самые штучечки. Извини, пожалуйста, я сейчас немножечко занят. Блин, вот козлина. А, ясно, все, да пошел ты нахуй. Били ему ногу. Молодец. Так, так, так. Следующий. Так, один готов. Так, ребенок. Давай. Второй готов.
Третий. Конечности отпили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты чё, встал? Ну-ка, ложись. Оп. Идеально. Стазис батарейка, а это кислород. Где? Вон он. Ты чё так долго ковыляешь? Потихонечку, блин. Ты не на прогулке. Так, тут лезвие было. Я залезу. Мать моя, женщина. Так, и чё дальше? Вы мне откроете сегодня? Я взломала защиту. Вперед! Быстрее! Отлично. Она нам открыла дверь. Убегаем отсюда. Нам тут делать нечего. Так, возьми эту штуку. Да возьми ты эту штуку. Кто? Есть еще кто-нибудь? Так, он что, по вентиляции полез? Так, ну ладно. Пойдем с этим, значит. А, понятно. Ты сдохла? Вроде да. О, идеально, малая аптечка. Там кто-то стоит. Вы видите женщину? Вон она. Что интересно будет? Так, что тут у нас? Золотой полупроводник. Блин, я к ней не особо-то хочу подходить. Мне она что-то как-то не по душе. Такая еще нагнетающая музыка. Что, где? Извините. Блин, настолько это жутко. Что? О, боже мой. Давайте-ка лишим ее, конечно, мучений. Я не могу ее стрелять? Я не могу в нее стрелять. Блин, да ну нахрен. Я побежал. До свидания. Спасибо, но ваша, конечно, улыбка и смех — это просто что-то с чем-то, это нечто. Никогда такого лучезарного смеха я не слышал, но я, пожалуй, воздержусь. А, вот она. Она отсюда ушла. Все понятно тогда, кто это такая. Это наша... Нет, подожди, а та нам... Та голову себе перерезала, горло. Как я помню. Так, обязательно сохранится. Обязательно прям. Моментально. А сохранить, естественно. Слушайте, здесь происходит какой-то прям дичайший какие-то... Так. Что-то мне эти звуки не особо-то нравятся. Тут, видимо, кто-то отпиливает все эти головы. Я не знаю, зачем он это делает. Личный дневник, доктор Кэлус Мессер. Образец прекрасно реагирует на мои эксперименты. Прочность клеточной структуры, не говоря об эластичности, потрясает. Доктор Кейн вряд ли одобрит мои действия. Но я пока не собираюсь ему что-то говорить. Тем более он поглощен изучением обелиска. Как будто это имеет значение. Да к тому же я заметил у него те же признаки слабоумия, что и у колонистов. Вчера он заявил, что беседовал со своей женой. Хотя Эмилия Кейн умерла несколько лет назад. Рост клеток идет отлично. Терпение. Твой час скоро придет. Очень скоро. Блин, а чё он... Вот этот монстр, почему он их, его не съест? Почему бы нет? Добавляю образец 9797 к остальным компонентам. Так, ладно, тут все есть. Требуется перемешивание. Миксер. Химическая капсула с ДНК. Мы ее взяли. Задание выполнено. Отлично. Давай, заканчивай. Это уже слишком. Прими свою роль в плане Господа. Да ты неугомонный чувак. Смертью. Отказ системы жизнеобеспечения. Доктор, побери это быстро. Он разгерметизировал всю палубу и перехватил у меня управление компьютерной сетью. Весь воздух ушел в открытый космос. Ты можешь восстановить подачу воздуха с пульта поста охраны. Поспеши. Вы не покажите, где это пульт охраны находится. Все, побежали.
Поспеши так поспеши. Конечно, блин, нас воздуха лишили. Так, там она все еще стоит, нет? Она вроде как бы легла. Ой-ой-ой. Блин, зараза. Блин, да их мерено-немерено. Так, к черту, там кислород я вижу, он мне нужен. Он мне нужен прямо сейчас. Давайте-ка еще потерпим немножечко. Раскидать вот этих козлов. Мне кажется, тут пилой гораздо легче будет справиться. Отлично, под откос всех. Все, разобрались. Так, не задыхайся, чувак. Все нормально, кислород есть. Раз, два, три, побежали. Блин, слушайте, с каждым разом, с этим приходом, с этого мужика, все стало очень плохо. В разы, гораздо в 2-3 раза возросло. Весь хардкорность это все. Я не знаю, что здесь, но я хочу сюда зайти. Мне кажется, я зря тут нахожусь. Но раз тут... Так, аптечка. Отлично. Так, давай быстрее. Я сейчас опять задыхаться начну. Так, ладно, плевать, тут ничего интересного нету. И не было. Там я знаю, что тут дальше. Блин, опять он. А, эти, по-моему, их убить можно, да? Вот этих убить можно, а вот того нет, нельзя. Так, кислород, 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 кислород. Блин, зараза, не туда. Кислород, пожалуйста, спасибо. А, мы просто убежим. Мы просто его замедлим и убежим. Ноги ему еще отпилим, чтобы не бегал так далеко. Все, отлично, все, убегаем. До свидания, аривидерчи. Так, все. Нам бежать надо. У нас воздуха не хватает. Как хорошо я не буду слышать всех скримеров. Так, извините, я хочу что-то купить. Надеюсь, на это не будет тратиться кислород. Нет, на это будет тратиться кислород. Отмена, 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 отмена. На это кислород тратится, господи. Дайте мне кислороду. Вот, система жизнеобеспечена. Отлично. Ой-ой-ой. У тебя есть все, чтобы изготовить яд. Возвращайся в лабораторию. Что бы ни задумал, делай это скорее. Почти не могу дышать. Я теряю тебя, Хэммонд. Попробуй переключить. Черт, нет сигнала. Я просканирую все частоты и попробую определить его координаты. А ты пока смешай все компоненты. Отличная идея. Кто бы меня бы спас в такие тяжелые ситуации? Так я хочу все-таки посмотреть, что там в магазине есть. Там какой-то огнемет. Мне не особо нравится вот эта пушка, которая заряжается. Вроде бы она и мощная, а вроде бы она и нахрен не нужна. Так, полупроводники, да? Одну стазисную батарею, это тоже мы продадим. Это тоже мы продадим. Лазерные, это импульсные заряды, плазменный резак, силовой. Вот этот силовой резак мне не понравился. Абсолютно такая бредятина. Так, огнемет. Что-нибудь есть, что купить там? А, топливо, топливо. Я думаю, аптечек надо понакупать. Три штуки где-то так. Силовой узел. И пару силовых узлов, потому что нам надо улучшать нашу броню. Без нее мы никуда вообще не уйдем такими темпами. Так, ладно, нам сюда идти. А, диагностическое крыло. Тем временем... Блин, опять темно. Не люблю темноту. Блин, сейчас из-за угла какой-нибудь черт выберется. Так, так, так. Никого вроде бы нету. Нам прямо. Ай, блядь! Твою мать! Есть новая, господи, информация по атмосфере. Доклад выживших говорит о том, что некое огромное существо пробралось на палубу гидропоники. Именно тогда начал падать уровень кислорода. Они назвали существо Левиафаном.
Я уж понял, почему ее назвали Левиафан. Он слишком огромный. Так, я хотел все-таки проапгрейдить свою броню до здоровья. И давайте, раз у нас есть этот, еще и воздух проапгрейдим. И пойдем дальше на здоровье. Ну, так сказать, уже получше. Так, все. Смешать. Сейчас кто-нибудь нападет еще. Ай-яй-яй, кто там шумит? Давайте-ка без этих штучек. Блин, боюсь вообще пом... А, мы здесь были, да? Так, смешать. Пожалуйста, ждите. Ждем, ждем, ждем. Пожалуйста, заберите капсулу. Капсула с ядом, все. Мы капсулу забрали. Надеюсь, яд подействует. Возвращайся на станцию и скорее отправляйся в отсек гидропоники. От Хэммонда пока никаких вестей, так что будь осторожен. Я не буду напоминать, что воздух там отравлен. Отлично. Я начинаю восхищаться силой твоего духа. Пусть ты не ведаешь, что творишь. Думаю, да, думаю, ты должен увидеть весь замысел. Тебе не стоит отвергать предложение разума Роя. Ты будешь свидетелем. Ты чё, блин, Керриган, предводительница Роя, что ли? Я не понял. Кем ты себя возомнил? Старый пердун, блин. Так, что-то там не нравится, там слишком много крови. О, прошариться можно. Патрончики? Патрончики. Отлично, аптечечка. А, резаки и опять. Вот это оружие прям идеальный состав у меня. Как же без сохранения? А, так, криогенная лаборатория. Мы уже до сюда даже дошли, а мы здесь ни разу не были. Вот, новое. Возможно, ты понял. Мое дело должно быть продолжено. И оно продолжится. Я, доктор Келлс Мерсер, стану проводником нашего рода на пути к спасению. Ты чокнутый мудак. Эти образцы вернутся со мной на Землю. И я распространю их святое величие по всей планете. Оставлю вас с моим созданием. Так, блин. Окунитесь. Я не хочу оставаться с твоим созданием, пожалуйста. Нет, господи, уйди нахрен отсюда. Что с тобой сделать-то надо? Так, я что-то, по-моему, знаю. Так, давай, 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 давай. Боже, как вас много-то, а? Куда пополз? Ползи обратно. Так, 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 так. Пошел вон. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты молодец, пошел нахрен. Убей его. Да. Плевать на аптечки. Открывай, 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 открывай. Так, 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 блин, да господи, да сколько вас тут может быть-то? Пни его. Отлично. Мини-футбол. Он заморозился? Скажите, пожалуйста, то, что он заморозился. Так, он заморозился. Будем надеяться, мы больше не увидим это. Я смогла взломать установленную Мерсером защиту. Рядом есть еще одна станция вагонеток, ведущая в отсек гидропоники. Давай считать, что времени хватит. Так я не знаю, с ними есть смысл разбираться или нету? Ну, есть смысл, скорее всего. Да, он нам тут чуть-чуть дал. Здесь еще мы, по-моему, поубивали. Он, получается, сам сюда зашел? Вот он сам вот сюда вот так зашел и... Убил себя, да? Гениально. Что тут у нас лежит плазменная энергия. Мы ее продать можем. Так, полечиться. Ну, в принципе, да. Если мы от него навсегда избавились, то я не против. Потому что чувствую, мы его еще раз увидим. В
Блин, я ненавижу длинные коридоры. По-моему, самое ужасное, что вообще есть в играх, это длинные, мать его, коридоры. О, новая глава, да? Отлично. Мы на новую главу переходим. Ну что ж, поздравляю вас. Мы прошли еще одну главу. И это довольно-таки классно. Какую мы пятую главу уже прошли? Слушайте, мы, скорее всего, уже полигры прошли. Ну, навскидку, да. Естественно, сохранится. Мы такое пережили. Опасные примеси. Так, транспортная станция Ишимуры. И где мы есть? Здесь есть сохранялочка. А мы здесь были вообще? Так, аудиосообщение. Отсек гидропоники, доктор Элизабет Кросс, запись. Я рада сознавать, что мы сумели достичь почти максимальной производительности. Флора здоровая и прекрасно растет. У нас даже образовался избыток свежего урожая. Я хотела отправить его в колонию, но капитан издал запрет на полеты. Я намерена официально оспорить этот приказ. Все знают, что люди внизу оказались в беде. Так почему не помочь им хотя бы свежими фруктами? Так, опять кто-то бегает. Ну как, мы знаем. Они, видимо, что-то культивировали. Слушайте, а может туда... Да не, не пойдем. Так, старый добрый лифт. Ну что, минутка спокойствия хотя бы. Надеюсь, сейчас лифт не обрушится или кто-нибудь не собьет этот лифт, он не упадет куда-нибудь вниз. У нас же всегда что-то приключается. Айзек везде найдет приключение на свою пятую точку. Что, какие звуки? Где-то справа что-то. Так, стоп. О, помидорки. Слушайте, а они разве бы не сгнили за это время? Господи. Фу, блин. Включен режим полива. Режим полива. Блин, слушайте, у них довольно-таки клевые помидорки. Так, мы куда-то в растительную эту. Видимо, здесь затхлый воздух, который нечем дышать. Так, ты встанешь? Он еще живой. А, это же этот. Ты что делаешь? Айзек. Хорошо, что ты целый. Не снимай шлем. Воздух отравлен. Я видел. Оно огромное. Ты не убирай. Я заперся на продуктовом складе. Экипаж, который был на палубе, думаю, это они отравляют воздух. Они мутировали. Я видел одного из них, раздувшегося. Они выделяют яд. Надо избавиться от них, пока еще можем дышать. Хэммонд? Я думала, ты погиб. Тебе надо выбраться на чистый воздух. В таком состоянии Айзеку ты не поможешь. Айзек, я сканирую помещение. Он прав, на складе есть что-то огромное, но я не пойму, что это. Мониторы практически ничего не показывают. Осторожнее. Я могу тебя сразу же быстренько так... Ну ладно. Он вроде бы за нас, надеюсь. Так, ждите. Все, открыли. Пошли. Так, что там лежит? О, господи, такое золото пропускать нельзя. Надеюсь, сейчас не будет никакой либо босс. Потому что я к боссу не готов. Уровень... Это дверь на продовольственный склад. Но я не могу отключить систему аварийной изоляции. Слушай, уничтожь капсулу, чтобы очистить воздух. После этого используй яд на Левиафане. Так, а вот мы, скорее всего, на Левиафане мы его так и убьем. Ядом зальем его, и он расплавится. Эх. Ну что ж, любители видеоигр, я готов с вами попрощаться. Всем спасибо, что посмотрели мой ролик. Если вам понравился он, то ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Приглашайте своих друзей, чтобы они тоже смотрели и тоже удивлялись этим невыносимо интересным прохождением. Всем спасибо и бай-бай.